Однажды Томми, Анжела, Джинджер и Фен устраивали они решили никогда не купаться и Фента и Анжелу. Это их великая водная битва на свете. Они надеялись, что они помогут искать на охотника. Бека стала мастером. Фэнк и Анжела принялись за Беку. А Том и Джинджер приняли за Бена. Но кто же победить на этот раз? Мини-мульт «Говорящий Том» на телеканале «Говорящий Том и друзья».